Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня готовим грибы в духовке золотые. Рецепт украла у Георгия Саратова. На оригинал ссылочку оставлю под видео. Для этого нам понадобится майонез, 2 пачки, грамм 450. У меня постный майонез, так как сейчас пост я готовлю для себя. Соль, перец черный молотый, паприка сладкая или перец сладкий молотый, чеснок. В общем, будем добавлять по вкусу, по чайной ложечке примерно. Грибы я помыла, заранее просушила их. У меня тут грибочков 200 кило. Грибы должны такие довольно быть крупненькие, не совсем меленькие не надо. Вот такие среднего размера. Солим чайной ложкой соли. Паприки чайная ложка с горкой. Может даже полтора я положу, полторы ложки чайной. Хорошо поперчили, посолили. Перец черный молотый с пол чайной ложечки. Ну или по вкусу берите, я вот добавлю прям еще немножечко. Чеснок сушеный, чайная ложечка тоже так же с горкой. Вот так. Ну и ваши любимые специи можете добавить. Постный майонез добавляю, еще раз повторяю. Отправляем прямо на грибы. Вот так вот выдавливаем. Это немного, это нормально майонеза. Если же не пост для вас, вы пост не держите, то, пожалуйста, положите обычный майонез классический. Можете майонез со сметанкой перемешать пополам. Тоже будет очень вкусно. Перемешали, замариновали. Дадим минут 10 помариноваться. Этим временем мы разогреем духовку. Духовку нагреем 250 градусов Цельсия. Минут 10 нагреваем до тех пор, пока не убедитесь, пока духовка не нагрелась, не отправляйте в духовку грибы. Зелень немножечко порежем, это для красоты. Сверху будем посыпать. Можете сразу посыпать грибы. Ну, я думаю, лучше свежую сверху посыпем. Берем теперь противень, берем решетку и будем выкладывать на решетку наши грибочки. И отправлять в духовочку. Так они будут у нас румянится очень красиво, ничего не будет им мешать, жидкости под ними не будет как бы. Готовятся они очень быстро, на сильном огне, вернее в духовке разогреваем хорошо духовку, еще раз повторяю, 250 градусов Цельсия. Они зарумянятся, будут сочными, минут 13-15 им достаточно. Рецепт оставлю под видео в описании, также под видео в описании есть ссылочка на наш семейный канал, на Instagram, заходите, подписывайтесь. Перекладываю теперь на секунду решетку в другое место, мою противень, чтобы ничего не горело, кладу обратно решетку с грибами и отправляем в духовочку. Ну что ж, поехали в духовку. Как приготовиться? Естественно, мы их вытащим, выложим на блюдо, присыпем зеленью и будем подавать на стол. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые пожелания. И seré io ne patria, e di seré io ne li dane ve, sare goja, io sceia, e palmer un po' vegge ne ho, e mamole, e lo vores mone che li dane ve, sare goja, io sceia. И полавером по веке не ой, мамо. И там и да, и да, и да. И да, и да, там и да, и да, и да. И да, и да, там и да, и да, и да. И да, и да, и да, и да, и да, и да. Thank you.
Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!